Следующая новость в продолжении темы. На проблемном перекрестке в центре Севастополя планируют снизить пробки. На пересечении Большой Морской и улицы Адмирала Октябрьского появилась новая разметка. Оранжевая сетка в правилах дорожного движения идет под номером 126 и создана специально для водителей. В народе такие перекрестки называют вафельницами. На участке запрещен въезд и остановка, если впереди затор. Выезд на разметку автомобилиста может обойтись в 1500 рублей. Сейчас водитель, подъезжая к перекрестку, может оценить длину затора, время, которое ему понадобится для проезда, и, ориентируясь на оставшееся время горения зеленого сигнала, которое изображается на табло обратного отсчета транспортного светофора, он может принять решение, стоит ли ему остановиться перед вафельницей или все-таки есть возможность продолжить движение и никому при этом не помешать. Фиксировать нарушения будут фото и видеокамеры. В ближайшее время их должны установить на перекрестке. Разгрузить дорожное движение с помощью вафельницы планируют также на площади Восставших и на пересечении улицы Николая Музыки со спуском Котовского.